Все мы знаем, что наша жизнь такова, что в любой момент нам можем оказаться в такой ситуации, когда понадобится помощь и поддержка. Являясь волонтером благотворительного фонда «Виктория», я не раз убеждалась, что мир не без добрых людей. Люди готовы помогать, протягивать руку помощи, подставлять надежное плечо. И сегодняшнее событие – яркое тому подтверждение. Спасибо организаторам мероприятия и всем тем, кто неравнодушен к чужой беде. Пусть таких людей будет больше, ведь из маленьких ручейков появляется большая безбрежная река. И если каждый внесет свой посильный вклад в дело помощи, то эта помощь будет заметна. Всем здоровья, благополучия и гармонии. Дорогие болельщики, дорогие друзья, огромное спасибо, что откликнулись и пришли посмотреть, помочь, поболеть. Есть некоторые нюансы организационные, все мелочи, на самом деле. Огромное спасибо команде строителей Преву, то, что откликнулись. Льву Палычу, что помогут нам сегодня посудить, поиграть. В общем-то, мы никого ни к чему не обязаны, никого не просим, но если есть возможность, желание детям помочь, мы это все отправим в фонд «Виктория», у детей заболевания онкологические. Я думаю, что любая помощь будет полезна, и она им очень сильно нужна. Ну, а мы сейчас, в свою очередь, стараемся порадовать интересной игрой. Ну и ребятам, которые выступали за борьбу с «Торпедой» Владимир, огромное спасибо, что они откликнулись. Мы действительно в детстве болели, повелось даже немножко поиграть, плечо, скажем так. Вот. И благодарны всем. Будем стараться для вас. Какой гол там? Давай,
Ворота! Эх, блин, как же так? А вот и первая же, вот такая штука. Больше количество голов.